долю и новую партию товара. Если лоханетесь, и вас, такие слова были, сцапают. Бросайте эликсир прямо в реку, чтобы Соколов до него не добрался. Не хватало еще, чтобы он пронюхал, чем мы тут промышляем. Сами тоже прыгайте в реку, Слэгджев. Опять Слэгджев, везде он свой нос паранойный сует, псих долбанный. Из-за него я убил братьев Пендлтон. Ну, или что я там с ними сделал? Обоих, по-моему, грохнул. А если б не он, блин, с ними... Придурок, короче, какой-то. Не знаю, что произошло тогда, короче. Полностью восстанавливаем. Не полностью, но частично. Собака. А что же мне делать-то? Туда как-то надо попасть. Давай, давай, попадем сейчас. Так, вот тут можно, наверное. О, а можно было вообще в крыс вселиться. Было бы круто. Наверное. Ну давай, еп. Я думал, сейчас поранюсь. Я не понимаю, а как я тогда туда попаду? Какаду, какаду. Ну ладно, ладно. Упс. Пальчик поранил. Golden Cat опять. Лучший шлюхенбар. О. Нормальная тема. О, туда надо как-то пройти. Или забраться, ну, вообще, вон туда. Happens, там никого нет хоть. Охренеть. Сам главное заметил тот дальний вообще самый, а не те, которые ближе. Где сигналка эта? Вон она. Что мне с ней делать-то? Ладно, давайте сверху будет виднее. Наверное. Да, нами тут не видит эта штука. А, вот сигналка с этой стороны. Ну и, блин, я не знаю, вот тот развернется, нет. Потому что я бы вот это вот чпокнул. Можно, в принципе, качнуть умение. Или где-то я видел, что типа... А, как костяной амулет, по-моему, где... Вы будете двигаться с телами быстрее. Ну, давайте его поставим. Сейчас посмотрю, как это будет заметно. Смотрите. А, у меня уже стоит эта штука. Ну, именно трупов. А у меня тусыпленные людишки. Наверное, это тоже имеет значение. Наверное. Так, нам либо... Либо ворвали, либо монтажный инструмент. Использовать, конечно же, ворвань. Тихо. Да ёптите, ну какого фига, я случайно начал ходить. Встал, точнее, с кордов. Ну тут-то ладно, вот встать с кордов, когда ты срёшь, вот это да. Пульки. Монетки. Ну что, чувак, теперь тебя никто не охраняет. Не... Не охраняет. Давай. Займемся делом. Все. Наверху эта штука. А вот здесь. Здесь тоже стражники гребаные. Так, надо сохраниться. К тому же надо переостановить запись на время. Точнее, я уже приостановил буквально секунду. Чтобы не вылетела игра. Точнее, если она вылетит, то хотя бы какая-то часть записи сохранится. Потому что у меня уже такое было. Что-то произошло, вылетело все, компьютер перезагрузился, и запись сломалась. Она есть, но ее нельзя перематывать. Я ее, по-моему, случайно удалил. Хотя можно было загрузить. А! Ну ладно, сигналка не сработает. Слушайте, а давайте время замедлим. Че я как лох? Где время? Вот оно. Можно вообще гранату бахнуть где-нибудь. Так, время опять. Или не надо время. Я не знаю уже. В принципе, вообще по барабану. Время, наверное, в том случае лично я буду использовать, когда мне угрожает какая-то дичайшая опасность. Так, он не услышал. Ну, то есть... Когда много противников там и прочее.
Конечно, можно просто убежать от них, но также можно и время замедлить. Я вообще какой-то слишком экономный. Ну, не, или не умею нам. Не то чтобы экономный, может быть, даже правильнее сказать, не умею распоряжаться какими-то ресурсами, какими-то способностями в играх. Вот круг навернул зачем-то. Так, вот тут какой-то. Блин, вот тут эта хрень опять. А ворвань можно где-нибудь? А, да, можно, вот там внизу. Давайте ворвань вытащим. Чтобы эта штука не работала. Блин, она взорвалась в воде, а не от того, что ударился в эту каменюку. Так, ну все, она не работает. Да, она не работает. Собака, я не был на этом. Она бесшумно на движение. А кто еще-то там щелкает клинком? Никто, значит, кажется, наверное. Че, наверное, это просто что-то там, не знаю. Ну, можно даже его не вырубать. Да. Да как? Так. Что у нас тут? Длинный путь. А, вот еще один перчик. Собака! Вы что, офигели, что ли? Как он меня услышал? Слышал. Ах ты мразь. А этот поднимается. Ну, шикарно, что я могу сказать. Так, вырубим, может, это зрение. Она меня уже самого достала. Да не, она на самом деле не особо достала. Ой, блин, я думал, это земля, и я... Ах ты, мразь. Заметил таки. Ёптить, куда мне идти-то? А вот сейчас надо время, можно замедлить, кстати. Почему бы и нет, ребятушки, почему бы? Где он? А, блях, муха. Давай... Так, только не выскакивай. Нет. Ну я ж попал. Строчки вот. А, блях, мух, сбежали. Сбежались, твари. Вот тебе стелс. Блин. Просрал неизвестное количество дротиков. 5 осталось. Подожди, а вот там... Смотрите, а там дротики как раз таки. Наверное. Где-то внизу. Но где? Надо их еще достать как-нибудь. А, подожди, это пистолет, наверное. А у него какие-то ключи. У одного из гребаных врагов. Ключ. Ну ладно, если что, будем знать, у кого что искать ключи. В конце концов, я прокачал силу ветра. И мы сможем, надеюсь, сносить двери. Значит, можно подняться на самый верх. Давайте попробуем. Чувствуешь себя как в Far Cry. Когда ты поднимаешься по вышкам, по этим. Блин, где цепь? Вот это что ли? Во. А, блях, мух, пальцы что-то кольнул. Так, а это вообще по ней можно подняться-то? Наверное, можно. Поднимаемся. А рунок тут нет, никаких костяных амулетов. Ну да ладно. Так, ты не встанешь, да? Ну все, тогда нормально. Ништячок. Кошель. Монтажный инструмент. Ага. Что у нас тут? Тут у нас ничего. У нас тут просто мост, который можно спокойно, наверное, пробежаться. Наверное, классно, я смотрюсь. Стремно, тут сквознячок даже есть. Если я попаду туда, будет весело, я точно это знаю. Будет очень весело. Так, давай. Чё тут у нас? Прожекторы. Стоп, а второе это задание? Где, ёп? О, низко достаточно. Вот эти грёбаные прожекторы.
Так, стоп. У меня что-то на компьютере там высветилось, походу. Слышал щелчки. Так, спускаемся сюда. Блин. Где этот перец? Перчик, ты где? Внизу где-то. И посрать на него. Отлично. Вот про эти прожекторы, вот, наверное, и говорил. Собака. Блин, ну что я сделал теперь? О, нормально. Блин, они что, с той стороны, что ли, те? Ну, зашибись. А, они за этой... А, вот от чего, ну, ключ, наверное, был. Сейчас рванет, наверное. Давай, ёптить! Или она не рванет? Мне показалось, там искры были какие-то. Ой, напугали. Вон дом Соколова, теперь туда нам. Ну, прыгать неохота мне. И ценных вещей я, ну, кроме того, кошелька у этого бандюги нету. Ну, как бы мне тут пройти? Никак, да? Это что такое? Лодка какая-то. Не прорисованная, наверное. Ну давай, давай. Посмотрим, что мы теперь будем делать. Не знаю даже, что делать, честно вам скажу. Если только... Нет, потихоньку будем спускаться, наверное, вот так вот. Да? Да, стрёмно. Стрёмно, однако. Люк какой-то, блин, я не знаю, на какой высоте. Ну, наверное, нормально. Да. Отлично. Что тут у нас? Тут у нас какой-то парнишка. Мы можем спрыгнуть и, наверное, его жахнуть. Ну, вот. Хоба! Ой, блин, а эта штука рядом-то, она ничего не это самое. А, подожди, я чё, в то же... Нет, просто похожее место. Ёптить, он же сейчас его увидит, давай. И чё будет? Не знаю, чё-нибудь да будет. На всякий случай. О. Чувака, смотрите-ка, забаррикадировали. Эй, you with the mask. Fucking. Yo, bitch. Шучу. Я просто собираю жемчуг на разные, что-то там, он мне что-то хочет впарить, походу, я чувствую. Чувствую прям нудром, сами чувствую. Удивительно, но речные хрустаки обладают признаками мужской и женской одновременно. И интересно, что стало бы с человеком, обладаем таким свойством? Да такие люди уже есть, называются трансвеститы, которые анонируют. Стали бы люди тратить время на танцы и ухаживание, полагаю, вместо этого они бы больше... Да это обычные гермафродиты, блин, что тут? Ну ладно, неважно. Что такое? Человек задержан городской стражей. Он говорит, что у него есть драгоценности. Точнее, жемчуг. Привет, чувак. Хана тебе. Ему бы еще вместо него негры, он вообще был бы классно. Эрмазов, ёптить! Что же мне так не прет-то, а? Капец, какой-то вообще дикий трэш. Ёптить, это еще такое-то. Кто там блюет? Подожди. Мочь у меня есть. Охренеть. Ну, куда мне еще пули? Давайте еще что-нибудь жахнем. Давайте, не знаю, граната. У меня есть граната. Зажать ее можно? Так, за нами там никто не придет. Шуму поднял я вообще. Может, потише что-нибудь, тротики какие-нибудь?
Что это вообще? Воу-воу. А, надо, чтобы... Вау-вау-вау, это кто? В смысле, откуда, я имею в виду? Ой, не то использовал. Блин, я что-то вообще перенервничал. Ну? Давай. Вы что, шутите? Что это такое? О, вот это. Ну что это такое, блин? Ну он не хочет. Что, захотел, что ли? Нет. Пульки давай. Красавцы. Пистолет решает. На три. Да, ну и поднял я тут пантику. О, смотрите, а можно... А, это болты, наверное. Ну да, что же еще тут? Не усыпляющие же... Смотрите-ка. Что-то от меня шума особого нет. Ну ладно. Хочешь со мной перелететь? Нет, не упасть бы. Сейчас F5, по-моему, да? Так. Глазик. Чё, в окошко, что ли? Чё это было, блин? Заглючило что-то сейчас. Видели? Угарно было. Во! Хоба. Харе плеваться. Да, тут кто-то есть. Фу. Никого тут нет. Ребятушки. Смотри, в принципе, это мой шанс. О, жемчуг. Ни хрена себе. Жди здесь, не высовывайся, покуда я не вернусь. У меня есть еще одно дельце на той стороне подъемного моста. Нынче мы должны доставить боссу весь собранный жемчуг, так что не теряй времени даром. Ежели вдруг сюда стражники или еще кто-нибудь еще чего произойдет, беги к раковине рядом с домом, достучись погромче, парни прибегут на помощь. Алек. Блин. Надеюсь, они мне не будут теперь постоянно болты сувать. Из-за того, что я их использовал только что. Собака, а где ключ? У него, походу, этого чувака. Второго. Нам нужно зрение. Знаете почему? Потому что я буду идти на него с другой стороны. It's gone! Ну, типа, я ушел, да? Да, чувак, такие чудеса тоже бывают. Ах ты мразь. А где ключ-то, ёптить? А, вот, наверное. А я-то думал, здесь ключ. Ну ладно, давай. Поиграемся. Оу, е. Так. Ну, что это такое? Китовые, не понял, а где все? А, они, походу... А, они же сбежали. А, мы же их перемочили. Ну, в смысле, я их задротил дротиками. Пули зачем-то мне тут... Потому что я их использовал, затем они мне их и дали. Один вообще куда-то уже свалился. Что это у него за поза такая? Опа. Ну ладно. Так, ну все, чувак, я, короче, это, добыл тебе ключик. Сейчас мы с тобой расквитаемся еще. Ну пошел ты. Блин, а может его от него избавиться нафиг? А, понял, он нашел своего другана. В такой непонятной позе. Блин, ну тревог много, но я вроде бы никого не убил. Не считая хрустаков. Но это нужно было, наверное. Привет, чувак. Давай. Теперь он подойдет к раковине и будет стучаться. Рент. Еще букву В в конце. Рент ТВ. Если подумать, сейчас людей сейчас... What you do, man? What you do? Опять я что-то
навалял. То Слэгжев, то этот придурок. Не, но он на самом деле, наверное, специально, потому что он сказал, что... Ах ты, ёптить. Он сказал, что таких честных людей не осталось, поэтому он решил пойти на путь зла тоже, наверное. Знаете, у него зажигательный, это смесь со взрывчаткой. Это... Ну все, хана, гони жемчуг. Ну, жемчуг оказывается наверху, который я взял. А если бы я не взял? Интересно, он бы мне тоже дал? Так, что там внизу у нас? Не знаю, может, что-то есть. Ну-ка, уйди. Так, а если я сейчас на секундочку приостановлю запись и выйду? Вот я, интересно, я надеюсь, сохранение это пройдет. Чё? Какой мидроу? Мне нужен скалов. О, руна.